Здравствуйте, самое время превратить наш башмак в гору подарков. Строим. Так, всего 6 стадий. 20, 30, 45, 55, 70, 80. Все на этом. Гора подарков. Поехали. Сейчас посмотрим, чего же нам тут таки надарят. Ну, может, что интересное будет. Так, энергии, уголечечек и секретики. Ага, это не секретики. Это клей, нитки, коллекции и опыт. Очень будем опытными игроками. Опыта будет. Ай-яй-яй, как много. Так, водичка, водичка, как бы не напиться, да? Ой, и полетаем, и попьем, и приклеим, и на стульчике посидим, и энергетик съедим. Все вместе. Дальше. И солька, и гвоздик. Опыт, опыт, само собой разумеется. Червячок. Ну, не прям так, а нет, прилично. Кролики, вам тоже был приветик. И удобрения 100%. Тоже очень так и надо. Солька, глина, червячок. Кварц. Ну, коллекции, энергетики. Где изумруды? Изумруды где? Сейчас пойдут, наверное. Ну, я ж попросила, ждем. Так, тут у нас подушечка. Удобрение, червячок. Посолим. Ой. О, изумрудик. Видели? Один уже выпал. Ждем с пополнения еще изумрудиков. Один, это нам маловато будет. Энергия и пошли. Кольцы неплохие, кстати. Ничего не могу сказать. Очень хорошие коллекции. И рога тут, и не только. О! Вот только не пойму, зачем нам столько средних зеркал дарят. Даже не догадываюсь. Вот, еще изумрудики. И ждем с еще один раз, да? Да. Опыт. Ну куда ж мы? Мы ж опытные игроки, конечно. Так, и пошли хорошие коллекции у нас. После этого сейчас ресурсы нужные и очень нужные. Солька, золото, бриллианты, как говорится. Ой, и творожок. В общем, молочка в полном объеме. И шоколадку дали нам, чтобы нам все было сладко, сладко и хорошо. И полетаем. Съедим шоколадку и полетим. Нет, не на метле, на самолетике. О, помощь другу. Взрывчатка. И что-то там было еще. Ну, это что-то мы сейчас посмотрим. Ой, а что я не вижу? Так, это я раньше привозила. Это у меня еще один. Я его просто не поставила. Так я, короче, и не поняла, что там было еще. Мне показалось еще какой-то поросенок. Но это был обман зрения. В общем, на ентом, наверное, так и все. Пока-пока.